Привет, ты на канале DivGame, и сегодня у нас первый взгляд игры «Замок в облаках». Полное прохождение с пометкой «плюс 18» будет на бусте, переходи, будет жарко. Итак, у нас новая игра, мы можем выбрать оружие, плеть, большой охват и легкое в использовании, или меч, маленький охват, но могущественный, да, плеть, посмотрим. Что такое плеть, я не знаю, на бусте я проходил с мечом. Интересная игрушка, вполне клевая. Лили, охотница за головами, гналась за жалким злодеем до города Забу. Однако прямо перед входом в город на ее пути встал дремучий лес. Неудивительно, если там скрывается нечто опасное. Это идеальное место для укрытия монстров и разбойников. Лили задумалась, идти в обход вокруг леса займет примерно дня 3. Но у нее может получиться добраться до города до захода солнца, если она пройдет через лес. Ее цель может сбежать, если она потратит слишком много времени. Таким образом, Лили решила двигаться через лес. С этого все и началось. Графика как на денде прям. Лили. Ладно, вперед. Так, мы можем бить кнутом, можем прыгать. По сути, все, играет с геймпадом. Так, графон такой пиксельный, но это метроидвания, она офигенная прям, с кучей-кучей всяких интересных замуток. Босс. Стоять, это наша территория. Плати налог, если хочешь пройти. Что за бред? Не указывай мне, что делать. Ха, ты об этом пожалеешь, мы бандиты научат тебя уму-разуму. Вот такая вот Лили ускакала. А мы идем. Посмотрим, что бандиты научат, да? Так, плеть. А, с первого раза хороший бандит. Плеть-то плохая, может быть, в будущем будет. Но в данный момент весьма неплохая. Тут куча умений, куча всякой фигни интересной. Пока ничего не умею. Начало нифига не умею. Вот уже первый уровень я насобирал. Прыжок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно как. Вот так вот. Вниз могу. Тут еще ворон летает какой-то страшный. Хорош, одним ударом всех. Есть куча секретиков интересных. Здесь вот какая-то топь, типа болото. Проходим. Бандиты, конечно, одинаковые, но ничего страшного. Так, а это что за фигня? Ничего не случилось. Ну и нахрен оно нам не надо. Идем дальше. Опа, аккуратно. Лес темный, лес дремучий и... Как и ты, я увидел там сундук. Да блин, умри ты. Оп. Хорошо, аккуратно, сундук есть. Двойного прыжка пока нету. Значит, скачем по веткам. Аккуратно, не спеша. Смотрим, что будет у нас в сундуке. Перепрыгиваем сундук. Опа, а там 50 монет. Ну хорошо. Маловато, конечно, но все равно неплохо. Так. Уничтожить. Пока не буду монеты собирать, вот всякие секретики. Максимальный хп увеличен на 15. Хорош, так, я дальше не могу, к сожалению, пройти. Значит, выходим из этой ямы. Опасно, держите оба. Монетки потом насобираем. Левел ап, это хорошо. Тут этот ворон гребаный. Так, ну мы его вроде забили. Куча секретов, куча всякой фигни. Начало, как обычно, ну, тебя учат просто боевки, чтобы ты привыкал, блин. Прыжок опасно. Так, я на крышу дома приземлился. И заходим. А что? Вы кто такие? Не успела она оглянуться, как была окружена изголодавшимися мужиками. Ну, разве ж не красотка? Давай-ка не позаботимся. Что вы пытаетесь здесь делать? Увидишь. Хватайте ее. Новый квест, а месть грабителям был разблокирован. Трактир. Мы попали в трактир. Номер эконом-класса. 5 монет. У нас 116. Как вы себя чувствуете? Хорошо выспались? Добрый человек, Дзенимаки, нашел вас в лесу без сознания и принес сюда. Вы похожи на охотницу за головами. Тот, кто вас спас, Дзенимаки, очень богатый человек и глава этого города. Вам потребуется разрешение на любые действия здесь. Так что было бы здорово, если бы вы как можно скорее его поблагодарили и представились.
Ах да, и еще кое-что. Дзенимаки любит таких милашек, как вы. Пожалуйста, будьте осторожны, когда его увидите. Лили попрощалась с трактирщицей и ушла. Новый квест. Поблагодарить Дзенимаки разблокирован. Итак, у нас открывается город, район и всякие на карте места, куда можно туда и ходим, исследуй и так далее. Что ты делаешь? Так, вот я могу окраина города, пошли, вот я сюда могу лес, 27% я прошел. Я пошел в лес мстить. Мстить я пошел, потому что нефиг вот это как. Погнали. Я снова возле этого дома. Заходим вовнутрь, и тут никого нет. Ну ничего, мы найдем всех. Всех найдем и отомстим. Отомстим. Удар плетью. Так, бегать она пока не умеет. Ничего не умеет. Так, я тут малеха жизни потерял, но ничего. Проходим дом насквозь, я так понимаю, да? Мы вышли из этого дома ужасного. Какие-то вот... Так, уже тут посложнее будет. Так, здесь никого, ничего. Опа, опа, нифига себе монстр. Монстр какой-то сопливый вышел. Так, заходим, заходим. Чуть повыше, отлично. Не, монстр, ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Вот так вот. Монетки, короче, ты за них можешь покупать, соответственно, оружие, броню и так далее и тому подобное. Сейчас я тебе все это продемонстрирую. Ну, потом. Сейчас, опа, 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 смотрим. Хорош, хорош. Монеты падают. Прям с неба, знаешь? Вот бы так было, да? Хорошо. Так, а тут нам, походу, наверх надо. Отлично. Вот, смотри. У меня есть меню. Предметы. У меня только кнут, соответственно. Здесь вот левел, хп, атака, магия. И все в этом духе. Способностей у меня пока вообще никаких нету. Тут будет весь экран в способностях. Ну, система настройки сохранить, сбросить. Стандартно. Играю 8 минут только. Запрыгиваю выше, выше и выше и выше. И вот сюда. На высокое громадное дерево. И иду дальше. Здесь максимально каждую локацию, естественно, желательно прям... На максимум изучать, потому что очень много секретиков, очень много вещей, без которых ты не сможешь пройти. Кошмар, 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 кошмар. Кто-то меня одолел. Так, я иду дальше, моргаю. На меня напала из сундука какая-то женщина. И со мной сотворила грязные вещи, так что... Так что тут опасно. Так, я могу спрыгивать. Это очень мне нравится, что можно просто тупо спрыгнуть. Так, пошли, вот он дом, еще один. Хорошо, зашли, здорово, чувак. Там снаружи болото, верно? Оно бездонное. Если утонешь, уже ничего не вернешь. Это подсказки, подсказки. Болото бездонное. Если утонешь, ничего не вернешь. Хорошо, буду знать. Так, тут 100 монет, хорош. Нормально, нормально. Так, бездонное болото, помчали. Это вот сюда, да? Вот оно, бездонное болото. Я в него падаю. Я могу по нем такое, как плавать. Так, и здесь вот я хочу запрыгнуть. И берем, получен свиток навыка. Вертикальный кик вниз плюс прыжок в воздухе. Отлично, и вот давай тестировать. И вот так вот я теперь могу бить их. Бить их сверху могу. Так, это кто у нас? Слизни какие-то. Слизнячки. Вниз и прыжок в воздухе. Вот так вот. Хорошо. Ну вот оно наше первое умение. Давай потестим. Ай. Да, левел ап. Хорош. Я могу от него отпрыгивать. Запоминай это. Запоминай это. Ай, блин. Только тут опасно. Опасно, жизни вообще нет. Так, в болото мы сходили. Лучше бы я его ударил, я сейчас сдохну там. А я не хочу умирать, как обычно. Так, вот эта тварь, тут какой-то язык страшный, гадский идет. Уничтожаем все. Нам этого не надо. Так, тут слева по-любому вход, я так и знал. Максимальный хп увеличен на 17. Вот это мне нравится. Вот это мне прям очень нравится. И жизни все, обрати внимание, все жизни. А вот и она. Главный бандит. Это ты-то, девушка, что околачиваешься на нашей территории? А, я поняла. Ты хочешь, чтобы тебя снова обидели, да? Ненормальная. Заткнись. Ты заставила меня пройти через тот кошмар.
Я не могу забыть того, что случилось с ним днем. Я надеру тебя зад и отомщу за это. Можешь сделать вид, что ты крутая. Ребята, задайте ей. Да. Ребята сейчас будут задавать. Ну посмотрим, посмотрим. Давайте, ребята, попробуйте. Вот так вот не хотел. У меня кнут. Кнут, вы с одного удара ляжете здесь, сволочи. Так, давайте, давайте. Нам надо срочно отомстить. Отомстить за то, что нас обижают. Нельзя обижать такую красивую девочку. Очень клево сделанную. Так, ну я тут одним кнутом могу просто, смотри. Просто взмах, все, они все падают, дохнут. А их все больше и больше, я так понимаю. Ну мы заработаем денег, что нам стоит, в принципе, да? Вон они, толпами идут. Насколько меч, интересно, был бы лучше, если я и так убиваю с первого раза всех. Нифига себе их тут реально пачками. Так, так. Давай, давай, давай. Хорош. Ух ты, босс. Тссс. Кучка бесполезных сопляков. Я разберусь с тобой сама. Ну, давай. Ну, давай. На тебе. Ага, вон у нее жизни. Вижу, вижу жизни. Вижу, вижу жизни. На тебе, на тебе. Хорошо, пока она вообще ничего не делает. Ничего катастрофического она не делает, а мы ее бьем. Легко причем. Хорош, ну мне это нравится. В принципе, тут я уворачиваюсь. Ого, ого. Ничего себе. Да блин. Вот так вот. Хорошо, пока четенько, пока четенько. Ну, возможно, я заучил просто, я же ее проходил. Я же еще раз говорю, на бусте есть полное прохождение со всеми сценами. Без цензуры, без какой-либо. Так. Опа, аккуратно обходим, обходим. Мы не спешим. Ну, с кнутом ее поприятнее убивать, если честно. Поприятнее. Кнут прям достает свысока. Сдалека, в смысле, дотягивается. Вот я особо не парюсь. Опа, опа, осталось совсем. Совсем по децелу осталось. Вверх, вверх, вверх. Вверх, 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 вверх. Ах, царапнуло. Нифига себе, у меня жизни-то неплохо отнялось. Ай, блин, я хотел вот этот супер прием, который мы только что выучили. Вверх. Давай, давай, давай. Осталось тебе чуть-чуть. Еще один удар. Еще один удар. Все. Level up. Отлично. Квест завершен. Хорошо. Я доволен. Награда 1000 монет. Нифига себе. Что? Что ты делаешь? Пошевеливайтесь. Босс, она слишком сильная. И ты думаешь, ты часть моей банды? У нас было много хороших моментов вместе. И я побежал. А вы, ребята, выиграйте мне немного времени. Вот так вот, да? Значит, вот так вот. Босс, это беспредел. Ну и что теперь? У вас босс только что сбежал. Черт побери, с меня хватит. Так, они тоже сваливают. Сваливают все нафиг. Так, я пошел. Я пошла мстить. Заходим. И чем тут занимаетесь? Нам надоело выполнять твои приказы. Стойте. Вы мне не ровня. Так что делайте, что я говорю. Замолчи, ты платишь копейки и ни во что нас не ставишь. Нам ее не одолеть. Ребята, держи ее. Итак, нам дают какие-то сапоги. После всего, что произошло, получены штормовые сапоги. Быстро нажмите клавишу со стрелкой дважды. Рывок. А, я вот научился бегать, видишь? Вот. И переходим сюда, и мы можем, в принципе, выйти. Отсюда это как раз вот тот портал, который ни к чему не приводил. Мы отсюда выходим, не спеша вот так вот. Точнее, можно и спеша уже, можно и бегать. Я уже так тебе по-быстренькому. Но если ты хочешь деньги насобирать, то насобирай. А мы вот так вот, опа, 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 опа. Тут уже чуть-чуть, совсем-совсем. И мы на выходе. Бежим, 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 бежим из леса. И задания нам будут давать в трактире. Вот она, гильдия.
говорить. Добро пожаловать в гильдию. Именно здесь можно найти всяческую работу и встретиться с другими искателями приключений. Ты будешь вознаграждена в соответствии с содержанием выполненной тобой работы. Обратись к Дзенимаке, если хочешь взяться за работу. Вот. К Дзенимаке надо сходить сначала. Магазин. Лекарства за сотку можно купить, кожаная плеть и все-все-все. Тут по 50 тысяч вообще-то продается, как бы. Тут оно улучшено. Так, окраина города и трактир, кстати. Тут можно эконом-класс. Добро пожаловать в какую комнату желаете. Здесь можем прокачать свой уровень, который мы с тобой насобирали. Вот так вот, например, да. И вот прокачать и выбрать, остаться в этой комнате. За 5 всего лишь монет мы прокачиваемся. Кукареку! Проснулись. Все. Так, и уходим. Ну и все. Потом идем к Дзейнаке. Вот, особняк Дзейнаке. Огромный, большущий, красивый особняк. Здесь с ним разговариваем. Он дает добро на вступление в гильдию. И мы с тобой вступаем уже в гильдию, вообще-то. Вот здесь вот. Указательный столб. Особняк Дзейнаке. Город. Нижняя зона. Ну, тут много всего интересного, на самом деле. На самом деле, очень игрушка прикольная. Полное прохождение будет на Бусти. Повторяю, без цензуры. На этом все. Понравилось видео? Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор прохождения летсплей. Подписывайтесь на все социальные сети. Все ссылочки, конечно же, в описании. Увидимся в следующем видео. До встречи. Пока.